врачи, ординаторы, заведующим отделением Талан Бахтабекович. Я вам очень благодарна, потому что я поступила в таком состоянии. Не могу даже вспоминать об этом. Сейчас я выписываюсь в прекрасном настроении. Я за это время полюбила всех наших врачей, ординаторов, медсестер. Спасибо большое им за высокий профессионализм. Несмотря и на их душевные, моральные, профессиональные качества. Несмотря на то, что они еще студенты, ординаторы. Но я считаю, что они пришли и стали на защиту, на помогать нашему народу. Я думаю, что с такой молодежью Кыргызстан будет всегда впереди. Мы победим этот вирус. Спасибо большое. Ура!